Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И сегодня поговорим о том, как развивается игра Милления. Несколько дней назад вышло дополнение для нее. Древние миры или Ancient Worlds. Ой, Ancient. Как это по-английски? Я забыл, как по-английски называется, честно говоря. И в течение времени, когда игра вышла, вообще еще много выходило всяких патчей, которые всякое в игру добавляли. В общем-то, это видео об этом. Вот есть такая дорожная карта по игре. В общем-то, до Q4 уже все вышло. То есть они добавили, изменили немножко, как показывается бой. Изменили, как можно с вассалами взаимодействовать. Добавили всякие подсказки в игру, потому что до этого не было. Добавили hot seat, но я его, правда, честно вам скажу, не использовал. Быстрый рестарт. Действия варваров, там, настройки варваров перед началом игры. Изменение скорости игры. И вот сейчас, буквально несколько дней назад, как я сказал, Ancient Worlds дополнение вышло. Что в нем нового, сейчас будем дальше разбираться. Но вообще, откровенно говоря, все эти изменения выглядят, как будто игра в раннем доступе. Хотя, по заявлению создателей, это релиз произошел. Но вот то, что они тут правят и что они делают, как будто игра в раннем доступе, и они всякие, ну, необходимые правки, что ли, в нее добавляют. Давайте посмотрим, что, собственно, в этом дополнении. Давайте начнем игру. О, 100 рублей пришло. Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы видите, канал Леша Играет. То есть я сам себе прислал. Спасибо большое, Леша Халецкий. Чуть побольше типов карты появилось. Потому что раньше... Ну, давайте континенты оставим. Их вообще тут немного было. Размер карты пускай средний будет. О чем я говорил, вот настройки автобоя, как оно показывается. До этого просто нельзя это было изменить, тебе постоянно этот автобой показывался. Ну, в общем-то, главный прикол этого дополнения, хотя я считаю, что это должно быть не в дополнении, а дополнение стоит так на минутку, вот лично у меня тут в США $10, в Украине, по-моему, 250 гривен. То, что вы начинаете с кочевого племени, то, что мы начинаем в ледниковый период, видите, все в снегах. То есть, грубо говоря, они сделали начало как в Humankind, по-хорошему. Вот реально. Теперь у нас есть некоторое время, вот у нас это воин, а вот тут вот это кочевое племя. Вот нам надо его прокачивать, эту кочевую группу постепенно, чтобы оно развивалось. Не обязательно, то есть ждем, пока тут ледниковый период, вот эти лед сойдет, то есть постепенно будут уходить снега, будут появляться более крутые места, и пока это не произошло, мы просто бегаем и ищем, исследуем территорию, так сказать. Например, вот у вашего этого добытчика есть возможность искать поиск добычи в мерзлоте. Опа. Во время поиска добычи в группе разгорелся жаркий спор. Другие члены группы ждут вас решительных действий. Как вы поступите? Взять контроль над ситуацией, принять решение за спорщиков, пока не дошло до траги. 5 опыта военного дела. Вынести вопрос на всеобщее обсуждение, чтобы найти решение, которое подойдет всем. 5 опыта. Я опыт управления возьму. И вот наш этот чувачок. Сейчас уберу свою. Получил один уровень. И уже, когда мы будем ставить город, это повлияет на бонусы, когда мы будем основывать наше первое поселение. Кстати, мы уже можем заселить регион, но, естественно, мы еще погуляем. Ну, в общем, вот, исследовали часть территории, немножко уже оттаяло, ресурсы более-менее понятны, полностью прокачан до последнего уровня, это кочевая группа, ставим здесь город. И благодаря, видите, награда за поселение кочевников.
Долго странствовали, решили наконец осесть в одном месте. Рост населения плюс 100%. Каким регионом станет это поселение? Знающим плюс 8 знаний, мудрым плюс 8 культуры или трудолюбивым плюс 20 производства? Я бы, наверное, производство взял, честно говоря. Трудолюбивыми будем. И вот тоже еще что добавляется в этом дополнении. Раньше было только одно в доисторических формах правления только племя было. Теперь еще появилось и групповое общество. Покажу. Вместо того, чтобы строить родину, групповые общества полагаются на мощные краткосрочные бонусы и племенные лагеря, чтобы вырваться вперед на первых порах. Родину групповые общества тоже со временем получают и могут использовать кочевые группы для сбора ресурсов и заселения дополнительных столичных регионов. Ну, это родина и лагеря, это такие механики, которые в этой игре есть. Я хочу все-таки взять племя, более-менее разбираюсь в ней, играл, и дальше возьму, наверное, племенное поселение, чтобы быстрее росло. Это вот мы насобирали, пока ходили уже вот эти очки государственного устройства, можем их использовать, в общем-то. Хотя, кстати, можем и создание племенного войска взять, между прочим, чтобы сразу дружину получить еще один дополнительный. Почему нет? Если я хочу соседний город захватить, давайте, наверное, сделаем. Содержание у нас пока есть, и пойдем Гао завоевывать. Ну вот, как видите, уже практически все расставил. Ну, тут, может, хотя и останутся снега, потому что это север. Тут тундра, снега, возможно, останутся. А тут, вот, где мы начинали, видите, уже полностью снега нету. Это вот такая механика в дополнении добавляется. Ну вот это логово мегафауны тоже добавляется в этом дополнении. Более того, мы можем даже нанимать, типа дрессировать всяких мегафауных животных. Правда, не здесь, а просто мы находим там в руинке, там типа мы можем убить это животное, либо подрессировать. И потом ходим такие с саблезубым тигром, с котиком, так сказать, по... Это, а это вот тоже очень на Humankind похоже, где были логово диких зверей, и вы могли это прийти разграбить. Спрашиваю, типа, да я с компьютерами играю, но вот видите, в шестом апдейте они планируют добавить, наконец, одновременные ходы. На самом деле, уже есть в бета-версии, но я решил не проверять. Не хочу даже пробовать с кем-то. Вот в шестом апдейте, в четвертом квартале они выпустят дополнение «Атомные амбиции», или «Ядерные амбиции», и сделают мультиплеер, наконец, с одновременными ходами. Тогда и попробуем тут мультиплеер поиграть. Вот здесь еще в дополнение вот это гонцы. Вот это новый национальный дух тоже тут добавлен. Гонцы создают достаток и опыт дипломатии с помощью скота, который они используют. Может, скаута? А не скота. Причем тут скот? Могут вербовать население малых народов юнитами гонец и строить аванпосты, чтобы гонцы перемещались быстрее. Интересная штучка, да? Ну, Акла. Думаете, это тоже... Такое ощущение, что тут потеряна буква. С помощью скота. В чем тут скот вообще? Странный, конечно, перевод. Но вот это тоже еще одна из этого дополнения, что добавлено. Ну, вот спрашивают, какие минусы у игры, почему такой низкий рейтинг в Стиме. Ну, во-первых, графика. Вот, честно говоря, я вообще не фанат там какой-то офигительной графики, не считаю, что для стратегии это там важно, прочее, но, блин, она выглядит как начало нулевых. Вот, по-моему, даже третья Цива выглядит красивше, чем вот эта игра. Я не знаю, как так можно было сделать. Она просто какая-то такая, настолько угловатая. Вот, второе, они делают... Вот то, что добавлено в этом дополнении имхо, да, за $10 или там сколько оно у вас стоит, это должно быть в игре по умолчанию, вот эти возможности, которые они сюда добавляют. И игроки поэтому и ставят низкие оценки, потому что игра развивается как-то очень странно.
требуют, ну, просят деньги за то, что должно быть по умолчанию, собственно. Поэтому и низкие оценки. Хотя идеи тут очень интересные. И играть, по-моему, интересно, если вот не сильно вам графика так режет глаза, то... Вот реально, я же говорю, что третья Цива, которая вышла в 2001, что ли, году, выглядит красивше, чем вот эта игра. А тут очень, ну, это очень странно для нынешнего времени, реально. Очень странно. То есть графика вот прям откровенно... Еще раз повторю, я тот, кто не особо на графику вообще обращает внимание. А тут она просто вот... Ну, в общем, дополнение я вам показал. Тут еще, там еще вот эти чудеса дополнительные появляются с этим дополнением. Но, честно говоря, не знаю, по-моему, оно не стоит того. Имхо, это все должно быть в изначальной игре, а не в дополнении за отдельные деньги. Но, в принципе, конечно, игра развивается, становится приятнее. То есть вот те негативные отзывы, которые вы видите в Стиме, это именно из-за того, что разработчики очень жадные. И, ну, по-моему, то есть они в оригинальной игре дают не так много и слишком важные вещи добавляют в дополнение, которые должны быть, собственно, в оригинальной игре. Вот. Ну и плюс графонии немножко не завезли. Да, старт вот в этом дополнении теперь похож как в Humankind, реально. Очень похож. Но по-моему, Миллениа играется поживее намного, подинамичнее и поинтереснее. Вот. Так что, в любом случае, если пропустили, обратите внимание на Миллению, по-моему, прикольно. Ну да, издают игру Пароходы, то есть Paradox Interactive. Возможно, это, конечно, идея издателя, вот такие дополнения выпускать, а не разработчика. Точнее, я так думаю, что я процентов на 90 уверен, что это именно от Paradox Interactive такие идеи приходят, чтобы это все было вот в таких дополнениях, но в настройках еще есть кочевые поселенцы вместо кочевой группы. Да, вот в настройках старта игры, в правилах игры, так, на всякий случай покажу, где это, вот, когда вы начинаете игру, вот правила игры, вот тут вы можете вместо кочевой группы просто поселенца выбрать, тогда у вас не будет это вот замерзшего ничего, да, вы просто поселенцам выберете место, где поставить. И вот что относится к дополнению, видите, вот отмечено вот таким значком. Вот это вот настройки именно дополнения. А кочевой поселенец, вы просто выбираете поселенца и ставите его в том месте, где вам хочется город иметь. Изначально игра была, что вы... У вас просто сразу город и все. И вы даже не можете... Условия победы тут разные, не обязательно всех убить. Там и научное есть, и культурное, по-моему, есть. Разные есть. Ну, в общем, вот такое дополнение. Спасибо, что посмотрели. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем покеда.